6 главных правил успеха Арнольда Шварценеггера. Правило номер 1. Доверяйте себе. Самое главное, что вы должны сделать, это спросить себя, кем вы хотите быть. Я говорю не о том, кем вас хотят видеть ваши учителя и ваши родители, а кем вы себя видите. Не каким, а кем. Вы должны понять для себя, что делает вас счастливым. И неважно, как дико это может прозвучать для других людей. Поэтому доверяйте себе, независимо от того, что об этом могут подумать другие. Правило номер 2. Ломайте правила. В жизни столько правил. Поэтому я говорю, нарушайте их. Не законы, но правила. Невозможно быть исключительным или по-настоящему оригинальным, если вы хорошо себя ведете и не хотите нарушать правила. Нужно мыслить вне границ. Вот во что я верю. В чем смысл существования, если все, что вы хотите делать, так это нравится всем вокруг и избегать неприятностей. Все, чего я когда-нибудь достигал, было так или иначе связано с нарушением правил, что, конечно же, привело меня к третьему правилу. Правило номер 3. Не бойтесь неудач. Во всех своих начинаниях я был готов потерпеть неудачу. Вы не можете всегда побеждать, поэтому не бойтесь принимать решения. Нельзя опускать руки из-за страха неудачи, или вы никогда не решитесь. Вы действуете, потому что верите в себя и в свое видение, и вы знаете, что идете правильным путем к успеху. Не бойтесь потерпеть неудачу. И это привело меня к следующему правилу. Правило номер 4. Не слушайте пессимистов. Сколько раз вы слышали, что вам что-то не по силам, потому что никто еще этого не делал? Я люблю, когда кто-то говорит, что никто еще не делал чего-то ранее, ведь сделав это, я стану первым. Поэтому не обращайте внимания на таких людей. Я всегда прислушиваюсь к себе и говорю: «Да, ты можешь». Правило номер 5. Вкалывайте. Я всегда верил, что под лежащий камень вода не течет. Один из моих великих героев, Мухаммед Али, когда его спрашивали, сколько приседаний он делает, говорил следующее: «Я не знаю. Я начинаю считать только тогда, когда чувствую боль. Все остальные разы не в счет». Вот что делает вас чемпионом. С этим связано все. И позвольте сказать, что очень важно развлекаться и отдыхать. Но во время ваших вечеринок, прогулок, кто-то усердно работает, становится умнее и побеждает. Просто запомните это. Поэтому, если вы хотите побеждать, вам остается только усердно, очень усердно работать. Ни одно из моих правил не сработает, пока вы не начнете действовать. Я всегда замечал, что в сутках всего 24 часа. 6 часов вы спите, поэтому остается только 18. Кто-то из вас может сказать, что вы спите 8 или даже 9 часов. Вот мой совет. Спите быстрее. Просто запомните, что вы не сможете преуспеть с руками в карманах. Правило номер 6. Делитесь с другими. Каким бы путем вы ни пошли в жизни, всегда находите время, чтобы поделиться с другими, с вашим обществом или страной. Достижение и помощь другим принесет вам больше радости, чем что-либо еще. Если согласны с правилами Арнольда Шварценеггера, не забываем подписаться на канал, поставить лайк этому видео. Всем удачи и финансового благополучия. Всем пока.